Доброе утро! Смотрите, какое нам тут солнышко светит с Гришкой. А я сейчас готовлю нам завтрак. У нас будут гренки. Здесь у меня 3 или 4 яйца, соль, перец, немного воды, прям капелька. И все взбилось. Сейчас будем обжаривать. Сковородка уже нагревается. Вот оно, доброе утро, солнечное, с хорошей погодой. Все, обжариваю хлеб. Вот первый я уже достала. А вот это мои самые любимые, когда в конце выливаешь яйца, которые остались. И они офигенные, такие сверху, как с яичницей. Вот он, самый вкусный завтрак. Кофе с молоком. И гренки с вот такой яичницей, висящей внизу. Обожаю. Я такая довольная и счастливая, подготовила документы для сдачи. Мой паспорт, просто ксерокопия паспорта и фотографии. Детям свидетельство о рождении и моя ксерокопия паспорта и фотографии. Вот, всем подготовила документы. Сейчас поеду в МВД, в Динскую. Там написано, что нужно в первый кабинет прийти. Так что сейчас пойдем. Поеду сейчас, заодно пряники завезу в Динскую. Все, я еду, солнышко мне светит в Динскую, и паспортный стол, мне написано, там было в первый кабинет с 9 до часу, поэтому вот я успеваю, 9:30, по кочкам мчу. Я сейчас еду в Красносельском, это такой поселок между Мышастовской и Динской. Сейчас тут такие прям изменения, много стройки. И расчищает лесополосу, стало прям светлее ехать. Так, едем по главной. Ну, не по главной, я даже не знаю, главная это улица или не главная. Ну, едем. Здесь новый такой микрорайон с одинаковыми домами. Очень такой интересный. Где-то здесь тоже есть такой же райончик с одинаковыми домами. Какая-то фирма, наверное, строит. Вот. Но его отсюда не видно с трассы. Вот тут развиднелось, видите, убрали лесополосу. И прям стало значительно уютнее. Ну, по мне так. Я этих домов никогда не видела, потому что здесь была такая густая лесополоса. И они были в тени всегда. А теперь все видно. Я уже в Динской, парковки вообще нет. Нужно сейчас подумать о том, что мне нужна парковка. Где моя сила мысли? Человек, который счастлив, сдал документы на загранпаспорт. Все, хорошо, ничего писать не надо было, просто отдать все эти документы. Ксерокопии. Я не знаю, видно вам там или нет, но возле лесополосы огромные кучи ящиков, потому что это поле, походу, засадили картошкой. Я не знаю, видно вон там черные такие горы. В общем, это ящики от картошки. Тут уже сажают картошку фермера. Это вот я еду возле станицы. Родители, кстати, тоже наши уже посадили картошку. Мы как-то вообще не участвовали в этом. Я вечно то учу уроки, то готовлю обед. Нужно уже как-то перестраивать планы, готовить, кушать с вечера, чтобы родителям, вот они сейчас приезжают по утрам на огороде что-то делать, вот чтобы им помогать, надо немножечко перестраивать свой режим дня. Ребята, я уже дома. Жаль, быстренько обед Григорию. Это... Видите, такой из омлета рулетик с ветчиной и сыром. Сейчас все это выложу, и когда буду себе жарить, покажу, как я это делала. Так, с чего начинаем? Сковородка нагретая, маслом я смазываю на всякий случай. Так, здесь 2 яйца, молока немного, соль, перец. Сейчас это все взбиваем, это будет омлетный блинчик. Все сюда. И распределяем... как блинчик. Вот. И сейчас быстренько режем ветчину и трем сыр на терке.
Так вот получается, начинаю теперь потихонечку сворачивать рулетик. Очень потихонечку, двумя лопатками. Вот одна силиконовая у меня, одна вот такая, двумя лопатками потихоньку сворачиваю, еще обжариваю, чтобы он прижарился. А себе я сделала такой же омлетик. Сейчас буду его закручивать сыром и с помидорками. Не стала ветчину, что-то я не хочу. Но она вкусная. Сейчас хорошо поджарился, даже с одной стороны получается делать рулетик. Насколько это возможно одной рукой. Получается вот как-то вот так вот. Я сейчас буду себе перекладывать. Я тоже, если честно. Так, обедаем. Гриша уже доел. Ну как тебе омлет, рулет? Как обычно, это бутерброд с сыром. Да? А тебе? Вкусно? У мамы омлет с помидорами. Сделали салат. Такой же, как и вчера, только помидоры, огурцы, лук, яйца, салатные листья и заправка из горчицы, соевого соуса и масла. Вкусно, да? Самое лучшее – это среднее. А, звездочки? У меня три уже даже. Видишь, три звездочки. А самое лучшее – это звездочки, да? Да. А самое-самое, это не самое лучшее. Угу. Самое-самое-самое лучшее – это темное вот это. Угу. Но это тоже четко. Молодец, это за вчерашний рассказ? Это за сегодняшний рассказ. Который мы вчера читали, да? Да. Я еще эту книжку раз взял. Сказали, на каникулах другим, да. Потому что мы уже очень... Значит, надо выбрать еще один рассказ, да? Да. Который мы тогда... Выставляю видео со вчерашней кашей. И смотрю, это, конечно, вообще вид этой кашей отпад. Она вкусная, правда. Всем, кто любит овсянку, она точно понравится. Сейчас будем заниматься букетами пряничными. Сейчас буду все собирать и вам покажу. Все готово. Такая раскраска для мальчика. Свинка Пеппа букет. Такой вот и мужской букет. И Антошка. Так, ты едешь подстригаться? Да. Кофту пойди, пожалуйста, другую. Где твоя олимпийка? Где нее? Так, сейчас все пофотографирую. Два букетика и раскраску. Теперь Антон, идем подстригаться. Потом еще Афоню уже потом, да. Заходи. Все, мы быстро подстриглись, потому что Антоху никто некому подстричь было, да? Вот так вот. Так что едем домой. Ну, наверное, не знаю еще. Посмотрим, я же говорю, папе, что сегодня до Гриши на собрание идти в школу, поэтому... Мам, да я тебе не об этом. Но ты понимаешь, что у нас еще Афоня? Не знаю, не знаю. Мы приехали уже дома, и тут у нас первый расцвел цветок. Вот он первый. Красавчик расцвел. Маме, вон на земле. Скоро будут. Видишь, они еще бутончики. Вот тут уже завтра, наверное, раскроются. Риш, у тебя же сегодня карате. До карате у папы же только в 5:30 поедет. Или он сразу на собрание? Я не знаю, сейчас посмотрим. А, мама, понюхай тоже. Пахнет? Чем пахнет? Тюльпаны будут. Вот такие у тюльпанов листья. Вот это вот нарциссы с такими узенькими листьями, а вот тюльпан. А там будут еще розы. Вот это вот будут лилии. Ну, они уже колючие. Лилии будут. Вот это лилейники. Угу. Так, пошлите. У тебя один?
А что только один? На три. Гриша готовит свой ужин, да? Он сразу делает себе тосты. Чтобы потом... А, у нас еще соус нет. А, ну ладно, вместо соуса я могу использовать сыр расплавленный. В общем, у меня будет свой ужин. Это я готовлю, в общем, грибочки сейчас буду делать. Картошку с грибами в мультиварке. Вот мои грибочки, они обжариваются на подсолнечном масле с солью, с перчиком. И лук сейчас сюда к ним добавлю. Гриша свои бутеры. Тост, сыр, огурчик, я, знаешь, ветчина. Почему? Можно огурчики положить либо на самый низ, либо на сыр. Потому что когда сыр расплавится, они как бы все впитают. Гриша, мне это... Дети мне тут надо знать, свои... Что обратно. У детей тут свои рецепты. У меня тут свои рецепты. Дети надевают. Хай, мама, хай, малявка. Да? Так, а ты куда собрался? Мама, а что я тут? Ну, давай. Придумай какую-нибудь, ну, не знаю, складную еще слово к слову роза. Гриш, ты уже мне говорил. Из-за розы. Да. Угу. А я тебе говорила, мимоза. Так, ужин доготавливается. Здесь я уже очистила картошку, ее вот так вот крупненько решила. У меня нет, к сожалению, ничего, ни сметаны, ни майонеза. Томат я сюда не хочу, мне кажется, как-то томат с грибами не очень. Ну, или томатная паста. А я сюда, у меня есть немного сливок, 33, я их добавлю с водичкой в перемешку. Погоди! Что? Сливки. Ну, какие? Ты что, не знаешь, какие сливки у мамы? Наши любимые? Нет. Да, тут моя картошка, если честно, уже вкусно-вкусно пахнет. Походу, тут что-то подгорело, нет? Нет, ничего не подгорело, все отлично. Все просто поджарилось. Класс, сейчас будем кушать. Я, кстати, хотела сказать, что не делала картошку в мультиварке, потому что не захотела мыть еще одну кастрюлю. Поэтому делала все в сковороде. Все круто, блин, у меня ручка считается. У вас тоже, у меня, кстати, на всех сковородках их надо поприкручивать, иначе скоро они поотпадают. Все сейчас немного настоится, и я буду ужинать. Знаете, не знаю, читаете ли вы мои комментарии. Я сейчас читаю комментарии, выкладываю видео, как вы уже заметили, регулярно. И мне кто-то написал, вот, вы делаете такое упражнение, вы что, хотите как Сабель? Вот, там что-то там как Сайбель, не помню там дословно, да? И я тут думаю, блин, я реально 100 лет не смотрела Сайбели и не знаю, что у них там происходит. Вот включила видео и смотрю, что они не едят мясо, что все так круто и со здоровьем наладилось, и с фигурой, и с давлением, там и со всеми делами. Я понимаю, у нас сегодня уже тоже был день без мяса. Реально у нас были, ну, дети там ели, и муж ветчину, ну, то есть мясо такого, как такового, кусок мяса мы не съели, не зажарили, вот, поэтому не знаю вообще, может, нам тоже не есть мясо. Как вы вообще к этому относитесь? Я, если честно, спокойно отношусь, если еда вкусная и нет мяса, вот даже я сижу, не говорю ничего, что у нас сегодня нет мяса, он не смотрит вообще ничего, вот, поэтому... Поэтому вот так вот. Поэтому сейчас включилась Сайбель и смотрю. Вот. На смарт-ТВ включила. Я убираю холодильник. Не знаю, выкидывать мне уже пиво. Я уже не знаю, сколько оно тут стоит. Мы его не пьем. Не знаю, никто к нам не приезжает, чтобы его выпить. Все, отключила одну камеру, или как там это говорится. Смотрите, мой томат. Мы сегодня с родней ржали. Вот томат, томат. Представляете, вот только вся остальная вода. Я, кстати, знаю, кто-нибудь им делал так, маринуют мясо на шашлык вот именно вот в этой водичке, в домашнем томате, в отстоявшемся. И вот этот верх сливают, эту воду, и в ней маринуют мясо на шашлык. Подскажите, вы знали это? Я, кстати, пробовала этот шашлык, он был вкусный. Я уже холодильник протерла весь, и сейчас мне осталось распределить всю эту гору продуктов, что не нужно выбросить, что нужно сложить аккуратно. В общем, буду сейчас этим заниматься. Что я молодец, я убрала в холодильник, сейчас покажу. Ну, как бы для меня это чистота.
пиво не, пока не это. Не буду выкидывать, пусть еще стоит, срок годности там позволяет. Яйца перепелиные нужно завтра доварить, молоко тоже надо допить. Томаты, огурцы, что тут овощи из овощей у нас, капуста, морковка. Здесь лук, а Сержуня накупила. Мы сейчас, он еще купил в люксе вот такой вот лук, 40-зубку. И он очень вкусный, и мы его в салат кладем. Здесь свекла, она еще домашняя. Пока еще не покупаем лимон мне для айсинга. Здесь чуть-чуть колбасы осталось. Здесь по чуть-чуть вот так вот сливочного масла. Там еще остатки теста. Завтра буду делать новое. Вот уже купила сливочное масло. Взяла попробовать вот такое, 82%. Если честно, сливочное масло простоквашино, именно 82%. Очень редко встречается, в основном 72%. Один взяла себе творожок, сейчас съесть, похвалить себя за то, что я это сделала. Здесь бульон, томатная паста и наше вкусное сало, которое мы что-то про него забыли, нужно его поесть. Здесь у меня манка, храню ее, именно ее в холодильнике обязательно, иначе жучки прибегут очень быстро. И здесь еще свечи, цификон от температуры. Все чисто, все протерло, красота. Здесь Таиланд с прошлого года. В этом году, кстати, ребята опять тоже поехали в Таиланд. И мы ждем новый магнитик. Что у нас тут? Творог будет. И пол банана у детей осталось. Его сейчас тоже сюда покрышу. Выложу творог. И я еще купила по скидке 89 рублей в стакане джем апельсиновый. Он такой прикольный, с такой легкой горчинкой. Вот его тоже добавлю немного. Вот такая вот благодарность себе получилась. Творог этот, кстати, творог, вернее, да? Он вообще не сладкий, поэтому сладость добавлять обязательно. Вот, банан, апельсиновый джем, творожок. Вот так вот себя буду благодарить за чистый холодильник. Так, ну что, я перевожу рисунок на пряник. Уже рисунок перевела. Вот такой вот мишка достаточно... известный в Инстаграм, на торт будет топер. Вот, его сделала. Вот это вот трактор для мальчика. Тоже топер на торт, все. Магия, выключается проектор, а рисунок остается на прянике. Класс. Мой помощник проектора Тыры Ляминой. Вообще мне помогает. Очень здорово, и надписи, и картинки. Все получается идеально. Все, сейчас еще напишу список, какие мне нужны цвета айсинга. И скоро спать, потому что Сержуня не купил мне сахарную пудру. Я сегодня не буду ни в какую, ни в ночную, ни в дневную, потому что я заодно помыла холодильник. Сюда вот было время, сейчас бы пока Гришка на карате, Сержуня на волейболе. Но... В общем-то, у нас одна машина, и Сержуня должен был мне купить сахарную пудру, но он не купил, поэтому я подготовлю сейчас все для того, чтобы завтра уже сделать айсинг и намешать цвета, и все позаливать, а потом уже расписывать. То есть, когда это все застынет, буду кисточкой дорисовывать. Вот. Так что вот такие дела, зато чистый холодильник, чистая кухня, сейчас тоже все вымыла. Убралась, поэтому красота. Я так счастлива. Так счастлива, говорю я, да? Нет, правда, когда на кухне чистота, это вообще круто. И завтра утром будет хорошо просыпаться с хорошим настроением.